мы между собой контактировали. И я, когда только началась у нас сложная ситуация, началась война, и сложная ситуация была в Киеве, Чернигове, Харькове, в всех городах, я периодически обзванивал мэра городов и спрашивал, чем можно помочь здесь. Поэтому мы, допустим, Харьков, это наш город, мы с ним очень дружны, мало того, что мы дружим с Игорем Тереховым, мэром, еще дружны с городскими советами, как-то дружно сложилось у нас. Помогали медикаментами. На Пасху, светлый праздник Пасхи, мы испекли 20 тысяч пасок и отправили железнодорожным транспортом в Харьков, для того, чтобы крепощане почувствовали этот светлый православный праздник. Я задаю постоянно вопросы, чем мы можем помочь. Например, в Харькове забрали мы двух прекрасную пару, льва и львицу. Они сегодня находятся в безопасности в нашем зоопарке. Город Николаев, сегодня там работает наша муниципальная техника, потому что нарушено водоснабжение этого города, люди практически без воды. Помимо того, что волонтеры собирают воду, каждый день у нас в центрах собирается вода, и мы отправляем на Николаев питьевую воду.